Тел не видно. Мистер Анома! Бла-бла-бла! Что такое? Замечательно. Зомби его пытается изнасиловать там, наверное. Не знаю, кто это был. Но я ее порубил. Раскроил ей череп лампой. Она была не в себе. Пыталась меня укусить. Ей, наверное, было лет 70. Как тебе выжить-то после такого удалось? Так, тут, кажется, есть кто-то еще. Нужно как можно скорее убираться отсюда. Так, ну все, слава богу, запись это закончилась. Давайте Джеймс, с Джеймсом поговорим. Ты меня не знаешь, но вот я тебя вряд ли знать не хочу. У нас с Синамоем возникли некоторые разногласия. Он хотел остаться здесь и ждать помощи, а я хотел оттуда убраться к чертовой бабушке. Ну и смылся. Теперь мы хотим восстановить работу маяка. И нам пригодится твоя помощь. Что нужно сделать-то? Помочь, сложно, наград 500 и деньги. Да давайте берем. Так что, если хочешь убраться с этого острова с нами, поговори с моими людьми. Посмотрим, как ты сможешь помочь, ага? Ага! Ага! Так, найдите способ проникнуть. А, это тот негритосик нас не пропускал, который... А с этим чё? Эй, в отличие от Синамоя и его команды, мы не собираемся сидеть и надеяться, что помощь скоро придет. Мы действуем активнее. Дальше по берегу валяются обломки кораблей, разбившихся в недавний муссон. Наверное, там должны быть припасы, включая сигнальные ракеты. Когда помощь придет, военные там или кто, мы должны будем дать им знать, где мы находимся. Не желаешь ли заняться этим? Да займемся всем, что даете, займемся всем. Так, 4 сигнальных ракеты с обломка корабля на берегу. Сложно, град 500 и молоток. Дает. Думаю, что могу подсобить. Хорошо. Когда помощь придет за нами, я гарантирую тебе одно из первых мест на вертолете. Заманчиво. Так, ну что, ладно, тогда спускаемся. Так, как же нам... А, вот с этим уже можно поговорить, с каким-то чуваком. Ее зовут Линда. Ее изрядно потрепало. Я даже не знаю, как она смогла сюда добраться. Возможно, на одном адреналине. Ей нужны обезболивающие и перевязки. Сможете найти? Так, что тут найти? Бинты, болеутоляющие для Линды. А у нас, кстати, по-моему, есть. Обойдите лазарет и машины скорой помощи. Сложность средняя, наград 500, чертеж бомбы из баллона. Сделаю все, что смогу. Все, что смогу. Спасибо, дорогой. На дороге, ведущей к бунгало, есть перевернувшаяся машина скорой помощи. В спасательной башне тоже есть медикаменты. Да у меня вроде какие-то медикаменты есть. Возможно, на берегу есть автомобиль службы спасения. Постарайтесь побыстрее, ладно? Хорошо. На самом деле очень плохо. Сейчас сделаем, дорогой. У нас, правда, бинты есть уже. Давайте ему отдадим. Именно это мне и нужно. Спасибо. Вы только что спасли этой девушке жизнь. Чертеж гони. Я начинаю понимать, что к чему. Так, чертеж. Вот он, чертеж. Отлично. Так, а Моника, Моник с Моникой. Я не могу пробиться. Опа. Давайте спросим Монику Голдберг, что она думает об этом всем. Они сказали, что совершают аварийную посадку на границе джунглей. После этого связь с ними прервалась. Но если они успешно приземлились, мы сможем использовать лайнер для того, чтобы покинуть остров. Смотри на меня, сука! Так, давайте-ка посмотрим. Ночной ястреб задание называется. Так, самолетик найти. Сложность сложно. Наград... Сколько? А, 3500 дает. Вот это ОП, мне сейчас показалось 35 тысяч. А, армейская мачете, доберем. Ага. Эй, этот самолет может стать нашей последней надеждой. Так, дай-ка, а, все, у нее тут нечего взять, да? Энергетический напиток. Так, нужно, там задание нам, помните, дали? Так. Как-то нужно этого негритосика. Так, Дарвин... Мэгги. Поговорить с ним? Давайте поговорим. Ой. Пардон, пардон, пардон. Сюда ж надо бежать. Какого черта? Мы пошли Джеймсом к маяку, чтобы просигналить его фонарем сигнал СОС. Но там что-то не то с электричеством.
Маркус отправился проверять трансформаторы, от которых запитан маяк, но так и не вернулся. Кто-то должен выяснить, что с ним случилось, и попытаться пустить ток. С тобой они не могут сделать то, что с нами. Может, ты нам поможешь? Ну а если негритосик этот пропустит нас, он даст нам ключ, с помощью которого мы эту дверь и откроем, правильно? Поэтому сложность здесь средняя, 1200 опыта еще дадут, да возьмем, конечно, ага. Отлично. Трансформаторы находятся в северной части золотых бунгало. Если ты сможешь восстановить электроснабжение, я пущу тебя на склад. Меня, кстати, зовут Дарвин. Да-да-да-да-да-да-да-да. Дарвин, да? Так, смотрите, что у них тут. Что за бсот? Синий экран смерти. Так, тут что у нас? А, это маяк чертов, да? Пардончик. Так, давайте теперь, значит, что делать? Значит... Сейчас мы выходим отсюда, правильно? Вот сюда же выйти, с этим поговорить нельзя, он от нас вообще отвернулся. Гаденыш. Куда же я делаю? Так, давайте задание смотреть. Там, кстати, еще нам же нужно ракеты. Как далеко? Ну-ка. Как далеко? Радар, 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 отражайся. Чертов радар. Должна быть где-то здесь рядом. Ну. Ладно, так посмотрим. Так. Да, дальше нельзя. Ctrl. Да, даже нельзя посмотреть. Точки, две точки назначения у нас, кстати говоря. Так, а если мы сейчас возьмем задание помочь людям возле маяка? Всем надо помочь, по всей видимости. Так. Принесите Джинин ожерелье. Но это ожерелье аж на другом маяке. Даже не маяке, а там станция. Так, даже не знаю, с чего начать на самом деле. Ладно, предлагаю сесть. А что, вот тачка у них новая. Правильно? Правда, они все праворукие. Это, походу, где-то вообще в океане. Рядом с Австралией. Че, проедем. Погнали. Открывай. Все суперски. Так, нам на бензозаправку надо еще, кстати, приехать. Блин, что они мне никак не дают этот, не убирают эту по черту подсказку. Все, они там мне что-то подсовывают, блин. Командный дух. Нафиг нам командный дух. Вот это улучшить. Давайте улучшим. Да, хочу. Надеюсь, это все. Так, смотрите, раз снова эти трупы. Блин, прикольно, что можно так быстро добраться. А, вот она что, Михалыч. Опаньки. Это как-то я промечиво. Не вписался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ха-ха-ха! Прикольно! Так, а это вообще куда мы поехали? Вообще какой-то тоннель. О, да! Так, вот тут, смотрите, тоже какой-то город. Тут гостиница вообще. А-а-а! Так, стоит туда ехать или не стоит? Я думаю, что не стоит. Давай, 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 быстрее, 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 отсюда, сматывайся. Так, сейчас надо картошечку посмотреть, как нам обратно-то вернуться. Так. Нам-то вообще, мы не в ту сторону поехали, все правильно. Вот как раз здесь, где мы начинали, вот этот большой комплекс. Так, значит, нам нужно сейчас... Сейчас бей. Не, надо отъехать сейчас. Немножечко отъедем, чтобы спокойнее было. Хоть они там и не появляются, хоть тут на паузе. Так, зажигаем огни. Сигнальные ракеты. На. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Дела семейные. Заблудшие. Вот. Вот это нам надо.
Наконец-то. Пе-пем. Здесь быстро проедем.